что бы ни случилось, я так не хотела плакать, но вот не получилось. Мы с тобой знали счастье, ночь тайная она утром стала, сердце наверное. Посчитали добрые люди. 22 минуты я общалась с людьми, и люди этого не заметили. Я тоже не заметила 22 минуты, но все-таки это концерт, а не разговор. Но у меня есть такой момент, если занесет, извините. Ну так видите, я держусь в руках, вот уже три песни. Так. Спасибо. Перед какими-то песнями, конечно, я скажу, почему, от чего. И на вопрос, зачем, я точно не отвечу. Так надо, да, видимо. Я хочу вам сейчас сказать спасибо, потому что я глазастая, я хорошо слышу и хорошо вижу. И подслушиваю вообще великолепно, честно. Есть грешок, да, тоже. И подглядываю тоже. Ну, это любопытство, что я девочка, мне же интересно. Все, естественно. Невозможно. Вот я умею хотя бы в этом признаваться. Вчера, вот честно, подождите, сегодня призналась. Вы не знаете, это я признала своей тетке. Ага, еще одному человеку тоже призналась. Это очень некрасиво читать. Нет, письма это гадко. Я все-таки не читаю чужие письма, хоть до этого не дошла. Но вы знаете, вот если вот компьютер стоит, и там вот сообщение пришло, я не могу, у меня прям так чик, и все, я не могу, я буду читать. Тоже, да, знаю. И знаете, я чувствую себя омерзительно, то есть, ну, подлость. А вот, понимаете, оно чик, и все. Да ладно. А потом еще, ладно бы сдержаться. Потом, а что это она вот тебе написала? Как ты что читала? Да, читала. Это ужасно, так нельзя. Вот, к чему я это? Не знаю. Люди. Я хочу вам сказать, ну это просто последнее. Вчера я собираю свои плохие качества. И потом всем жалуюсь на них, чтобы мне легче стало. Вот знаете, этой серии, вы хотите поговорить об этом? Да, я хочу, я со всем миром разговариваю. Мне легче становится.
Спасибо, Костя. Да. Жалко, вот, кстати, американским психотерапевтам надо, ну, посоветовать, чтобы еще все-таки музыку. А лучше живую, блядь, вот эти, чтобы человек не только ложился на диван, еще живой оркестр сидел, и вообще замечательно, и жаловался. Я хочу вам большое спасибо сказать, большое говорю, что я подглядываю, послушаю. Конечно, я так, ну, в щелочку подсмотрела, вас очень много, и я не могу отвечать за других артистов, я отвечу за себя. Сказать, что это мне все равно, но это очень приятно, когда такое количество людей тратит свое драгоценное время, оно у вас у всех наверняка драгоценное, для того, чтобы прийти и потратить его на нас, чтобы послушать еще и то, что... Ну да, я еще и сама написала, я о своем творчестве, ну, нормального мнения, но не такого высокого, как, например, о творчестве Высоцкого. А когда смотришь на такое количество людей, я понимаю, что все это, видимо, нужно, я тоже... Вот вы теперь понимаете, мужчина, говорит, ничего страшного. Количество. Мне очень-очень приятно. Мне единственное, что неприятно, я в следующий раз, когда приеду, я это безобразие, ну, уберу, то есть я, наоборот, добавлю. Ёлки-палки, что я сказала. У вас нет экранов, и называть вас задними рядами я не хочу. Да, вы. Обычный балкон я называю верхом. Да, а у вас такой... верх с наклоном. Поэтому, дорогой мой, верх с наклоном. Я надеюсь, слышно-то точно будет. Ну, мимика у меня нормальная, но не до такой степени, чтобы без экранов увидеть. В следующий раз я приеду сюда обязательно. Потому что вообще очень много людей, и очень мне зал нравится, и звук нравится. Поэтому я вернусь, я всегда возвращаюсь туда, где мне нравится. Вот. И экраны будут висеть, и вам будет меня видно. Извините, я не уследила за этим в организации. И поэтому очень сильно переживаю. Вам, ну, я не очень маленькая. Я могу сказать, я не очень худенькая. Я думаю, это старика видно. Да? Нормально. Ну вот, все, давайте я дальше пою. Сдержусь на еще 3-4 песни без разговоров. Вот. Следующую песню...